Хачапури в духовке – это отличный вариант вкусного и быстрого завтрака. Казалось бы, готовить его долго и трудно, но ведь есть и ленивый рецепт. Ленивые хачапури – это просто находка для тех, у кого нет много свободного времени, но приготовить что-то сытное и вкусное для всей семьи хочется. Солоноватая лепешка с творожно-сырным ароматом готовится очень быстро, из самых доступных ингредиентов. Ленивые, потому что тесто не нужно отдельно замешивать, раскатывать, делать начинку и формировать плоские пироги. Просто достаточно соединить все ингредиенты, вылить тесто в форму и отправить в духовку. Мука пшеничная 6 столовые ложек. Творог 200 грамм. Сыр 200 грамм. Яйцо куриное 3 штуки. Сметана 150 грамм. Разрыхлитель 0,5 чайных ложки. Масло растительное 1 столовая ложка. Количество порций 6. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Творог разотрите вилкой, вбейте яйца и хорошо перемешайте. Добавьте сметану и перемешайте. Частями всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите тесто. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте в тесто. Форму для выпекания смажьте растительным маслом, вылейте тесто и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Ленивые хачапури в духовке готовы. Приятного аппетита!